Без посредников и оперативно. Губернатор провел прием граждан, на котором ульяновцы поделились своими проблемами. Социальная сфера, здоровье и ЖКХ. Предметом обсуждения стали вопросы в этих жизненно важных сферах. Инвалиду из Ульяновска необходимо приобрести дорогостоящее оборудование для передвижения в автомобиле. Отец четверых детей уверен, что сумму почти 300 тысяч рублей сам не потянет. Но дело начало продвигаться. Соцзащита и фонд «Дари добро» уже отозвались. 260-800 стоит само оборудование. И плюс установка уже, собственно говоря, с мастерами, там порядка 30 тысяч установок. Да? Я не знаю, мы разговаривали с Константином, вот «Караван добра», который организовывает. Мы просчитывали с ним, у нас получилось 297 тысяч, это вместе с приобретением установки. Глава региона взял на личный контроль решение этого вопроса. Морозов обозначил сроки, в которые специалистам соцзащиты необходимо уложиться. Вопросов никаких нет, поэтому сотруди там передают, что мы точно вот в течение марта месяца все свои, так сказать, там обязательства перед вами выполним, чтобы у вас была возможность передвигаться. Спасибо большое. Ребята, привет всем. На этом приеме разобрали 15 вопросов. Несколько из них обсуждали по видеосвязи. Тем, кто не смог приехать из области, оказали не меньше внимания, чем остальным гостям. Затронули и тему развития сельских территорий. Глава региона заверил жителей Сурского, что в их населенном пункте построят центр бокса и пауэрлифтинга. Объект сдадут в срок и дополнят его хоккейной коробкой с мобильными раздевалками. Виктория Черкова, Павел Половов, Герман Баранов. Ул-Правда, ТВ.